Привет снова. Уже 4-я серия. Так, ну 3-я серия набрала очень мало просмотров, очень мало лайков. И вообще ее никто не восхвалял. Что это такое? Что не так? Почему вам не понравилась 3-я серия? Почему? Потому что там никого не было. Потому что там были просто... Я хотел показать свой мир. А вы что? А вы ничего. Вы сказали, что это пупырка полная фигня. И что? Так, ладно, успокойся. Ладно, так. 4-я серия. Кто не скажет, что понравилась ему эта серия, тот не знаю. Ну, вот. Например, кто не скажет, что эта серия нам не понравилась, погодите. Там знаете, что не нравится, если не понравится наша 4-я серия? Им не нравится вот, например, вот эта серия. Откуда, спросите, откуда у меня целая кассета? А я не знаю, нашел ее на чердаке. Ладно, неважно, думаю. А так. Прошлая серия получилась слишком маленькая, потому что я мало говорил. Я знаю, вам не нравится, когда я просто говорю, болтаю просто о серии. А серия малюсенькая. Ну, в этот раз получилась малюсенькая. Зато смотрите, какой тут сюжет. Просто криминал, боевик. Все запихнули. Ну, я поболтаю немного. Ну, например, расскажите. Да, Ютуб долбанный. Так, Ютуб, добрый день. Пожалуйста, откройте нам чат. Если вы его не откроете, то я вам кину жалобу. Спасибо. Ладно, не важно, что еще. Ну, поставьте лайк и подпишитесь. А то что мы зря стараемся, снимаем. А тут что у нас? 2 лайка, 3 лайка. Почему? Почему так мало? Столько же просмотров, например, на 2-й серии. Молодцы, смотрят много народу. Много просмотров, а лайка 4. То есть 1 лайк на 11 просмотров. Это же очень мало. Поэтому, если вы не ставите лайки, тогда ставьте дизлайки. Ну, для кого создана эта кнопка? Ну, если реально вам не нравится, поставьте дизлайк, хотя я, наверное, очень насержусь на вас, но все же вы скажете мне правду, не будете врать. Окей? Ну все, я могу начинать, в принципе, уже сколько тут? 2 минуты 45 секунд, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 43. А, что-то я засчитался. Ладно, вот вам пример. Например. Да. Решите его и напишите в комментариях ответ. Если в комментариях будет пусто, значит, у меня фантазия кончилась на всех этих сериях. Снимать все только для заработка бабла. То, короче, напишет ответ правильный, тому я дам ссылочку. Кто напишет правильный ответ, тому я дам ссылочку, секретную ссылочку. Там будет подарок. Не скажу какой, тогда пишите ответ. Кто ответит первый и ответит правильно, получит приз от самого Фредди. Ладно, мы начинаем. Ой, извините, это ничего, это мы вырежем, да? Ну все, приятного просмотра. Так, никто не напишет в комментариях. Надо было создавать 2-й профиль в Ютубе, чтобы писать комментарии, ставить лайки, вообще, чтобы было много всего. Но просто... Как я знаю, блин, камера, не шатайся! А, камера, не шатайся! Тупая камера, ненавижу! Так, ой, что-то расшатался. Так, ну, Арсений ушел. И я тоже. Так, стоп, я забыл выключить камеру, какого фига? Доза 2 таблетки, не больше.
Хорошо, что мне заплатили много денег. И я теперь могу это сделать. У меня тут новенький. Ну что ж, хочу придумать что-нибудь интересное для тебя. Атака попугаев-убийц, я думаю, это будет очень круто. Ну как вам 4-я серия? Понравилось? А, зачем я спрашиваю? Конечно, понравилось. Так, ну, надеюсь, вы поставили лайк и подписались. Да? А то я уже устал кричать на вас всех. Ладно. Так, ну окей. 5-я серия будет не на следующей неделе, потому что... Я уезжаю, а вы будете сидеть дома, ну ладно, это не важно, да, поэтому 6 серия выйдет на после следующей недели, ну вот так вышло, ну подождете, ничего страшного, ладно, наверное, всем грустно, что вы не скоро меня увидите. Но я еще не прощаю. Потом будет пушка. А что про тот постер? Теперь покупайте на DVD. Короче, да. Ссылочку оставлю в описании. Смотрите. Вон туда. Ой, что там? Цену Марианской впадины. Ладно, неважно. Смотрите в описании. То есть, куда. Ну, они все поняли. Сами там разберетесь. Нажимайте. Там две ссылки. Одна на DVD, вторая на подписочку. И покупайте. Если не купите, то знаете, что с вами будет. Ничего хорошего. Ну, и так. До встречи. Скоро. Ну, как скоро. Ну, не скоро. Ну, скоро. Короче, до встречи.